Seele ane havan meda, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну что, сегодня такой, получается, напряженный у нас стрим, и это связано с моими техническими всякими проблемами. И я думаю, что он больше будет интересен. Я думаю, что те, кто вот как-то не успели сейчас настроиться на мои все технические переключения, ибо мне нужно было восстановить звук и все остальное. Но я думаю, что они посмотрят эту программу в записи. И тем не менее, я наметил сегодня разговаривать со многими моими любимыми, дорогими друзьями и теми, кто непосредственно участвовал в редактуре, редакции, в издании этой книги, так и в тех записях, которые я вот последние недели ставил, в записях этого удивительного романа «Мария и Иисус». И я постараюсь сейчас позвонить первому нашему собеседнику. И это будет Ольга. Ольга. Непосредственно принимавшая участие в редакции этой книги.
Я звоню. Звоню в Москву. Странно, почему-то не отвечает. Да, Оля, Оля, вы меня слышите? Вы меня... Говорю. Да, вы Да, меня... я слушаю, Владимир. Да, я слышала все. Да. Оля, значит, Я смотрите, все вы в слышала, эфире, Владимир. Оля, вы в Да. эфире сейчас, вы в эфире, мы с вами в прямом эфире, и Ага. трансляция идет, не знаю там, Да. не знаю там, можно ли смотреть стрим сейчас, потому что я там какие-то приключения сделал, я не знаю. Вы видите на компьютере стрим, нет? Нет, не вижу. Ага, сейчас, да, я сейчас Все, посмотрю. Да, не надо вам сейчас, смотреть, не надо, не секундочку, сейчас подходите. посмотрю. Оля, не Ага, подходите к компьютеру, не подходите к компьютеру. Мы уже с да, вами в хорошо, эфире, все. стрим идет, и мы с вами Да. сейчас, этот стрим посвящен роману «Мария Иисус». Вы принимали Да, хорошо. непосредственное Хорошо, участие в хорошо. редакции этого романа, и поэтому я Да, хотел бы ага. вот спросить, какие у вас остались впечатления? Что у вас на сердце после этого романа? И с удовольствием бы услышал вашу точку зрения. Да, хорошо. Ну, во-первых, я приветствую вас, Владимир, и от всей души благодарю. Я с радостью приняла ваше приглашение на этот удивительный стрим. И сегодня, вот в настоящее время, это настолько вообще вот народ настолько вдохновительно и радостно, потому что на сегодняшний день нужны энергии и силы, и вообще ваш голос, ваше творчество дают такое вдохновение, такие силы, такие энергии. И вот я прямо благодарю вас, я благодарю всех слушателей. И почему сегодня так это актуально? Вот все ваше творчество, ваши слова, ваш канал, потому что в настоящее время Земля выбросила такой красный флаг, да, тревоги, что человечество в опасности. Это предупреждение нам, людям, что мы не выполнили какую-то генетическую свою программу быть человеком. И поэтому и все, что происходит, это результат нашего несовершенства. И вот ваши произведения, они удивительные, просто вот любое произведение, оно дает, вот любое произведение дает энергию, силу, дает радость, дает счастье, дает вообще, вот знаете, открывает какие-то вот пути такие осознанные, куда дальше идти. То есть быть человеком самое главное. Ну а теперь о романе. Вообще роман удивительный, и я помню это время, такое, знаете, время такое волнительное, такое вдохновительное было время. Это не просто роман, это роман-притча. Ну а притча мы прекрасно все знаем, это нравственное такое поучение, поучение такое в примерах. А примеры-то какие? Здесь не просто взаимодействие, взаимоотношения мужчины и женщины, здесь взаимоотношения эпохальных людей, Марии Иисуса, взаимоотношения Бога и человека. И я как-то, вот вы знаете, вы спрашиваете о впечатлениях, вот для меня вот ваш роман, это и мой роман. Вот серьезно я говорю, это и мой роман. Это такое благословение, благословение на любовь, благословение на реализацию мечты. И самое главное, вот я просто для себя, это благословение на проявленность в себе Бога. Просто ты начинаешь понимать, вот по мере прочтения, по окончанию произведения, ты начинаешь понимать, да, Бог — это все, все. И Бог это любовь. И вот, в общем, то есть для меня вот эта вот глава уникальная была. Я помню, какая она по счету, когда одно из писем было Марии, и там дальше идет рассказ ее, как ее там с 15 лет выдают замуж, и как она ощутила вот это вот замужество на себе с таким жестоким насилием. И вот, в общем, и как Мария после этого
знаете, так, как она почувствовала вот это вот, как почувствовала вот эту вот любовь ангела, любовь вообще вот высшую какую-то силу любви почувствовала. И вот эти вот ваши удивительные сны, которые есть в романе, они вообще вот настолько поражают, настолько удивляют. Это, знаете, они какие-то прозренческие, провидческие сны. Это и сон Иисуса Христа, это и сон Марии. И вот сны удивительные просто. Ну и вообще, Владимир, самые удивительные, конечно, вообще, роман вообще весь удивительный. Но самое удивительное вообще для меня – это письма, письма Марии. Фантастические, вообще я не встречала еще никого, никогда, кто бы так вдохновительно, так проникновенно, так вообще вот глубоко говорил о любви, знаете, и так проникал в глубины женской сути. Вообще это удивительная, удивительная находка. Это какой-то удивительный такой вот непонятный для меня, непостижимый эпистолярный жанр, который можно отдельно прямо выводить и читать. На нем можно учиться, на нем можно вдохновляться, на нем можно, знаете, это такое вот очеловечивание идет, это одухотворение тебя идет творчество. И вообще, все это так здорово. Спасибо, Оля. Это так, знаете, Владимир, так неожиданно было это приглашение для меня. Я так это быстро в голове думаю, боже мой, боже. И вот, в общем, я, конечно, вот для меня это удивительное такое. Знаете, я просто по прочтению этого романа... Я просто поняла, боже, это только постигая себя, знаете, постигая себя, человек может проявить в себе Бога. Благодаря своему творческому, созидательному такому, ну, как появлению в жизни, что ли. Вот так вот. Я так вот думаю. Я не могу так красиво говорить, как говорить красиво. Спасибо, Ольга. Спасибо большое. Я должен вам... Я должен вам одну... Ведь в любом творчестве есть несколько парафий, несколько граней. Ну, как творчество, оно, да, хорошо о нем говорить, как о каком-то вдохновении, каком-то прозрении, но в творчестве есть абсолютно рутинная работа. Вот работа сесть, заставить себя сесть, писать, вот это настроиться, улететь. Роман, я уже рассказывал об этом много раз, он у меня складывался очень долго, написался практически за 2 недели. Но перед этим были 4 поездки в Израиль, то есть я очень много вот это сопереживал, понимая, изначально понимая, что невозможно создать такую, ну, гениальную совершенно, восхитительную прозренческую идею, как Бог – это любовь, без женщины. Это невозможно. Любое теоретизирование, любая хроника, любая, она выхолощена мужской логикой. И там, где мужская логика, там невозможно прозреть вот таким состоянием. Вы помните там главу, когда Богу доложили, что там Иисус смеется на горе, и он говорит, что это такое? Фантастическая глава, совершенно аномальная глава с точки зрения вот просто прозаической темы построения произведения. Но, я о чем хочу сказать. Подключение ваше к работе с редактурой, это меня изнасиловало до предела. Потому что, с одной стороны, вы понимаете, у меня были такие периоды, когда я запрещал вообще кому-то что-то изменять в моем тексте. Я настолько был вот полон... Да, и это ваша работа, ваше подключение меня переводило в ранг профессионала.
Потому что до прозрения, да, ты написал, когда ты был в состоянии практически аффекта, когда они с тобой разговаривают, когда они все рядом, когда... А потом начинается уже передача этого материала людям. И для того, чтобы они могли прочитать и не цепляться за ошибки, за повторы, то, естественно, нужна была вот эта ваша работа. Поэтому я вам безумно благодарен. Вы меня сделали профессионалом. Вы знаете, это было... Ой, и причем, Оля, это же было бескомпромиссно. С вами же невозможно было, потому что оно было правильным. Но эти страницы я получал от Оксаны, мы с ней еще поговорим. Я получал страницы после вас. Там было красным. Ну, я за голову хватал. Но потом, медленно, спокойно, конечно, «Жрица Ролос» очень хорошо вычитана, очень хорошо вами отредактирована. И, конечно, это большое счастье вот работать с вами, потому что профессионализм высочайшего уровня. Владимир, вы знаете, вы удивительный писатель, удивительный поэт, великолепный философ, вы вообще просто человечище, потому что, вот вы знаете, после вашего вдохновительного выступления, вот в университете, я не знаю, вы помните? Да, я не помню, я вспоминаю все время. Сколько вообще проявилось ярких, талантливых людей. И я просто, вы знаете, я просто думаю, боже, я вот уже тогда выполнила свою миссию как преподаватель. Думаю, если один будет талантливый вообще, вот вы знаете, в этом служении своему отечеству, а там масса была талантливых, и вот они называли ваше имя, и вы знаете, я вам так благодарна. Это такая, вот вы знаете, ваше произведение, это такая, вот как вы говорите, знаете, быть, жить, любить, творить. Да, это удивительно, вот это вот идет со мной по жизни, потому что я благодарю вам за вашу божественную ответственность перед человеком, перед человечеством и перед землей. Вообще великая благодарность и низкий прям поклон. Спасибо. Вас. Спасибо, Оля, большое. Спасибо за то, что вы вот так откликнулись. И я думаю, что мы еще будем иметь возможность, может, и встречу организовать в Москве и все. Потому что, вы знаете, если честно говоря, то, конечно, интереснее всего говорить с людьми, которые вот только-только начинают перелистывание страниц своей жизни. И когда ты делишься с ними своим прозрением, просто делишься. И когда они понимают, что это возможно, то я думаю, что это может действительно оказать какое-то воздействие и на реализацию, тем более вот в такой сложной работе, в которой они посвящаются. Оля, громадное спасибо, всего вам самого наилучшего. Благодарю. Да, спасибо, держим связь. И я еще раз хочу отметить, что вот ваше участие вот в этой работе, оно, в общем-то, перевело меня в ранг профессионала, потому что теперь я уже не боюсь редакции, а таким людям, как вы, я доверяю полностью, потому что это настолько тщательно, настолько скрупулезно, настолько глобальное, глубинное знание языка, которое позволяет меня не ослабить, а наоборот усилить. Найти другие слова, найти другие определения, потому что я, когда пишу, я же идеален. Я идеален, как природа, я идеален, как эти цветы. То есть это идеальность, но для того, чтобы это передать в законах жанра, чтобы люди тебя читали, и чтобы они не шарахались, и чтобы они могли, и чтобы можно было максимально донести вот эту идеальность, нужно, конечно, очень тщательная работа по редактуре, и благодаря вас, вашему участию, я думаю, что это реально, и это потрясающе. Спасибо вам громадное. Спасибо, всего хорошего, до свидания, до встречи. За то, что вы есть, Владимир. Спасибо, благодарю. Спасибо, Оля. За то, что вы есть. Спасибо. Человек, который опережает время. Благодарю вас. Спасибо, обнимаю. Здоровья и счастья. И вам тоже. Вот такой разговор состоялся. Состоялся с моим собеседником. Это Ольга. Она редактировала роман «Мария Иисус». И, конечно, ее подключение вот к этой работе, оно определило очень-очень многие
достижение, ибо надо абсолютно четко понимать, что творчество – это интимный процесс. Это действительно процесс интимный. Но когда ты передаешь этот интим людям, и выставляешься, и преподносишь себя, то ты не имеешь права не соблюдать правила игры. Но ты не можешь выйти играть в футбол, думая в голове, что ты играешь в шахматы. Это будет нонсенс, это будет маразм, и это будет непонятно. Тем более, любой писатель хочет донести свою мысль, свою идею, ну и в моем случае свое прозрение. Ибо история Марии и Иисуса – это история удивительного сотрудничества мужчины и женщины. Только в таком высочайшем служении сверхидеи может быть прийти такое прозрение, как Бог – это любовь. Прозрение, которое определило нашу с вами эволюционную программу развития. Прозрение, которое, ну, служит всем абсолютно нюансам нашего жизнетворчества. Я абсолютно уверен в том, что не может быть погружения в запредельность, прозрения какой-то внемерностью галактической, вселенской. Без женщин невозможно. Она выступает здесь проводником. И в романе абсолютно четко это прослеживается. Первая часть начинается с слов «Иисус устал», а вторая часть, она посвящена уже совершенно другой глубине пророчеств, проповеди Иисуса. И это две грани, они разделены именно знакомством Иисуса с женщиной и полощением, тотальным, абсолютным полощением любовью женщины. Женщины необыкновенные. Необыкновенные, ибо рядом с Иисусом обычная женщина не сможет выжить. Ну и рядом с такой Марией тоже не так-то просто быть простым и обычным. И вот в романе есть абсолютно четкое разделение. Вот Иисус до и Иисус после. Я не могу сказать... Вообще, мое творчество, оно для меня самого удивительно тем, что я, когда начинаю писать роман, у меня нет схемы. У меня есть идея. То есть мне понятно, что Мария и осуществила реализацию идей, заставив Иисуса, идеи Иисуса, посвященного человека, учителя, заставил написать воспоминания его учеников, путешествия по тем или иным странам и утверждая, вместе уже с Павлом, вместе утверждая церковь. И я думаю, что именно деятельность Марии позволила донести до нас сегодня дыхание этого удивительного человека Бога, его настроение, его прозрение, более преданных учеников, чем женщина, у мужчины, у человека быть не может. Но она не просто ученица, она, ее даже учеником назвать-то женщину в полной мере нельзя, потому что она не учится, она влюбляется. А это совершенно разные общежития, это совершенно разные провокации на себя проявления. И если сравнивать по уровню, то ученичество – это провокация на то, чтобы ты пошел, а влюбление – это провокация на то, чтобы очувствовать свою предназначенность быть женщиной. Этот роман, написан на обложке, роман «Притча о человеке», но это роман о любви. Это роман о женщине, это роман о человеке, как в уникальном синтезе, гармонии мужчины и женщины, идеи, служения, преданности, всех тех
восхитительных определений, которые отличают человека осознанного, отличают его от остального мира. Мария и Иисус. Я звоню дальше. Следующий у нас, наверное, будет на связи Олег. Олег, я тебе звоню. Олег. Добрый день, Олег. Привет Краснодару, ты в эфире. Я не знаю, там смотришь ты стрим или нет, потому что у меня тут технические проблемы были, но сейчас мы в эфире. И если что, потом можно будет посмотреть потом, да. Сейчас ты стрим не смотришь, да? Ну, я выключу. Да, хорошо. Значит, и не надо. Вот мы сейчас с тобой в прямом эфире, и ты удивительный человек в пространстве вот разговора Марии Иисус, потому что ты практически был первым читателем. Я тебе отправлял еще даже его в черновиках, когда я писал и отправлял. И помню, да, ты, помню, ты даже читал его в совершенно удивительных условиях. И я помню, я получил от тебя, ну, по моей просьбе, ты написал такое хорошее, как это называть, ну, отклик, что ли, или... Не знаю, как это назвать. Но, короче говоря, мы потом это даже включили в какую-то книгу. И я хотел бы у тебя спросить, вот что для тебя этот роман, и, может быть, ты вспомнишь свои впечатления и свое, вот, свой отклик вот на этот, на эту книгу. Давай, говори, ты в эфире, Олег. Спасибо. Ну, в общем-то, я не знаю, наверное, у многих ваших поклонников, читателей, людей, которые с вами знакомы, наверное, все-таки этот роман есть в печатном виде. И они, если они его читали, то они наверняка читали и мое резюме на эту тему, которое тут опубликовано на последних страницах. Действительно, да, как бы просто наша с вами дружба в течение уже такого долгого количества времени, она не могла пройти мимо ваших деяний, да, и поэтому мне очень приятно, что вы именно меня выбрали человеком, который бы решился почитать это. Какие мои впечатления? Ну, во-первых, у нас с вами кардинально разная картинка понимания процессов этого романа. Да? С одной стороны, что я пытаюсь своей деятельностью или своими какими-то поступками все-таки привлечь больше и больше внимания людей к этому роману. И одной из причин, по которой я решил включиться в этот процесс – мне показалось, что ну, во Вселенной не так много людей, тем более писателей, личностей, которые ставят перед собой такие глобальные философские задачи и имеют в себе смелость писать романы, которые называются «Мария и Иисус». Ну, это, ну, как бы сродни Булгакову, который написал «Мастер и Маргарита», это сродни Леонида Андреева, который написал «Иуда Искариот». Это вот примерно в том же ключе, когда люди пытались разобраться в самих себя, вот, но при этом использовали, как бы, вроде бы, всемирно известных исторических персонажей и пытаясь разобраться в их отношениях, каким-то образом высказывали свою точку зрения. Безусловно, «Мария Иисус» как бы абсолютно симоновский роман, потому что он, с одной стороны, может быть доступен тем людям, которые знают вашу философию, знают ваш категориальный аппарат, потому что для большинства людей как бы энергия, трансформируемая в слова, не всегда правильно воспринимается, читается и раскодируется. Да? Поэтому очень много информации остается между строк или всплывает потом. Вот поэтому для меня первым постулатом была смелость, что вы взяли и написали роман, который называется «Мария Иисус». И я, естественно, предполагал, что какие-то религиозные организации или какие-то другие организации, которые, ну, имеют какое-то отличное от вас мнение по этому вопросу, вступят с вами в дискуссию, и в результате этого будет рождаться какая-то новая истина. Вот, ну, наверное, этого не произошло, потому что, в принципе, все-таки рекламная акция с продвижением романа
пока еще такая не дошла до такого, ну, на мой взгляд, правильно. Но это вопрос времени. Я думаю, что книжка неизбежно никуда не денется. Тем более, как бы уже в Ютубе весь роман прочитан вами. Вот, и очень многие. А люди, как ты считаешь, извини, Олег, я включусь, чтобы у нас. Я вот для меня этот вопрос очень важный. Я тебе объясню почему. Потому что когда напечатали в Нью-Йорке первую мою книгу, это было издательство Freedom, издательство Нью-Йоркское, и книга была называлась «Поиск женщины». И я тогда, пребывая полностью в эйфории вот перехода от компьютера к печатным экземплярам, шел разговор об издании этой книги, то я поделился с редактором. Илья Левков такой есть, очень довольно-таки известный человек в русской диаспоре в Нью-Йорке. И я поделился с ним планами написать такой роман «Мария Иисус», тогда он у меня уже сидел. Он категорически меня отговаривал, потому что он как раз сказал, вот тоже что ты сказал, он говорил, вы не сможете в этой истории сделать так, написать так, чтобы кто-то на вас не рассердился, не обиделся и не разгневался. Это, говорит, нельзя брать таких персонажей. Нельзя. Но я вначале остудил свой пыл, а потом все-таки переборол и написал. Вот скажи мне, в чем здесь может быть провоцировано? Здесь же абсолютная, как бы это сказать, преданность вот этому явлению Иисусу. Это стирание с него ржавчины и рутины, которым он подвергается в течение многих тысячелетий, умертвляющееся в течение вот этих всех правил и игр. Вот в чем здесь может быть провокация, скажи мне, для людей? Вот я вам объясню, может быть, это не совсем вам ляжет медом на ваше творчество, но объясню вам, что если бы вы вдруг писали бы «Мария и Иисус», и назвали бы это «Маша и Коля», и писали бы о Маше, студентке Московского лингвистического университета, а Коля был бы слесарем на заводе, там, я не знаю, Лихачева, между ними возникла любовь. Возникла. То есть все можно было то же самое написать, только не использовать. Вы использовали какие-то всемирно известные фетиши для того, чтобы привлечь внимание к тому, чтобы ваша философия, которую вы излагали в своей интерпретации, была как раз провокация на восприятие того, как это видите вы, да, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, вы взяли на себя определенную долю ответственности, что вы орисовали свою картинку и свое видение и свое чувствование такими всемирно известными личностями. Например, я, например, до сегодняшнего дня не могу утверждать, была ли грамотная Мария и могла ли она писать письма Христу. Не уверен в этом. Но вы интерпретировали это в таком ключе, потому что это, ну, вам было удобно так построить драматургию. Да? Второй аспект, совершенно как бы вы не включаете никаких там историй с библейскими текстами. То есть вы используете исторических персонажей, написанных в Библии, да, но не всегда в контексте того, как это описано в Библии, например. Стоп, остановись. Первое возражение. Ни Иисус, ни Мария и все остальные, кроме Понтия Пилата, не являются историческими персонажами. Ну, некоторые считают, что они реально... Они считают, так я, как они считают, так и я могу считать. Дело в том, что для меня абсолютно понятно, что эта идея вообще христианства, и Бог это любовь, нужна была для того, чтобы человечество развернулось в определенном направлении развития, очень важном направлении, и до сегодняшнего момента еще не освоенном, собственно говоря, до конца, согласись. Так вот, практически для меня здесь была точка отсчета Понтий Пилат. И о Понтии Пилате я собрал довольно-таки большой материал. И я вот то, что писал свою вот эту вот страницу, я горжусь этой главой, потому что для меня и в романе Булгакова, и в самой Библии в Новом Завете для меня непонятен конфликт Понтия Пилата и Иисуса Христа, если он выводится в область социального противостояния.
Это несравненные вещи. Понтий Пилат, извини меня, представитель Цезаря, и какой-то, ну, грубо говоря, в том варианте, в котором его представили, Понтию Пилату, забулдыга. И там, что он говорит, и что он там лечит, он там у Булгакова, он лечит ему голову, а в Библии он просто, так сказать, беседует, он умывает руки, отдавая, так сказать, толпе. Этот конфликт придуман, такого быть не может. И ты помнишь в моей главе, конфликт выведен в понятие отношения к любви. И вот здесь рассвирепевший Понтий Пилат, которому Иисус говорит, что Бог – это любовь, и ты меня отведи к Цезарю, потому что как только он услышит это, все изменится. А Понтий Пилат, прошедший все унижения своего послужного списка и сосланный в ссылку в Израиль, который он считал, что это для него колоссальное падение в прорву, он сослан был из-за женщины. И для него это было непостижимо признать правоту Иисуса, и вот за это можно отправить противника на Голгофу. Ты понимаешь, в чем дело? Вот в чем конфликт. Это главный конфликт противостояния любви и нелюбви. Так в этом конфликте этот роман поднимается до уровня глобальной философии. Может, это современная философия таким образом излагается. Поэтому как можно меня в данном случае подвергать критике людям, которые принимают вообще эту и религию, это все как догму? Как догму. Посмотрите, дело в том, что любая критика, прежде всего, это попытка разобраться в самом себе. Поэтому, вступая с вами в какую-нибудь дискуссию или диалог, человек пытается разобраться, насколько его точка зрения, ну, как бы, сильна или не сильна. И уже в диалоге с вами, да, могут быть прояснены какие-то, ну, истины. Несмотря на то, что вы говорите, что Бог – это любовь, это же сентенция, не новая. Посмотрите, что происходит в Америке сейчас, где, ну, наверняка масса проповедников ходят по улицам и Нью-Йорка, и Лос-Анджелеса, и Вашингтона, и Нью-Йорка, которые этот плакат держат в руках и вещают людям: остановитесь, посмотрите, что вы творите, ведь Бог – это любовь. Но люди не слышат этого. Более того, я думаю, что на сегодняшний день человек, который как бы ассоциирует свою деятельность с христианской религией, даже если его распнут на каком-нибудь там магазине, ну, это мало кто заметит. Ну или заметят так случайно, если это не будет кому-то другому выгодно. История с Христом, ведь это же еще как бы история о том, что как получилось так, что ну, фактически какая-то вот такая, ну, обычная драма, произошедшая в Иерусалиме, стала мировой культовой историей. Это ж кто-то донес, кто-то рассказал, пересказал в виде учеников там, и так далее, там той же Марии и так далее, и так далее. Ученики на это не способны. Ученики на это не способны. На это способна только женщина, которая любит и которая благословляет своего любимого, своего учителя на служение. Потому что здесь очень важна сверхидея, которая она поглощена полностью. И вот тогда только после того, когда она в это посвящена, она способна посвятить всю оставшуюся свою жизнь, вот тому, чтобы эти идеи стали достоянием. А когда женщина во что-то верит и что-то делает, вокруг нее обязательно складывается община какая-то мужская, которая уже начинает конкретно действовать. Но она является вот этим вот эпицентром, который волны эти гонит. А это способна только женщина, поэтому мне именно как кажется, я не писал роман «Противостояние». Я не хотел привлечь внимание, как ты сказал, кого-то к чему-то. Нет. Это состояние, когда ты не можешь не написать. Меня, и это ты знаешь, меня всегда мучила вот эта вот идея гармонии человечества. И я вначале разбивал ее на мужское и женское начало, пытаясь сделать то, пытаясь сделать это. Но сегодня я абсолютно убежден, я это знаю, что женское начало является доминирующим и основополагающим на планете. И женщина, как проявление этого женского начала, она, в общем-то, собственно говоря, сегодня ответственна за эволюцию. И для того, чтобы это можно было рассказать,
Для этого нужен вот был такой пример. Поэтому у меня долго не получался этот роман, не складывался. Легко описать путешествие Иисуса, легко описать там его проповеди, но у меня не складывался этот роман, я не мог подвести к конфликту с Понтием Пилатом. И вот это я сейчас так говорю, на самом деле роман писался без схемы, то есть он так получился. Но вот благодаря тому, что появилась Мария, она Иисуса, вот Мария благословила Иисуса на распятие. Но это благословение не на смерть, это благословение на вечность. Вот женщина иногда так может сделать, что ты говоришь то, что ты хочешь говорить, а потом то, что ты говоришь, становится достоянием всего мира. И, как ты говоришь, это стало эволюционным явлением. Этот роман объясняет вот этот твой вопрос. Как это так? Какой пиар? И я думаю, что вот мне кажется, что, прочитав этот роман, ты по-другому отнесешься к Христу. Ты по-другому отнесешься к этой идее. Ты перестанешь быть догматиком. Как только ты стал догматиком, ты стал обычным, примитивным, смертным человеком, реализующим свою жизнь до угла соседнего дома. Когда вот ты читаешь этот роман и понимаешь вот роль женщины, ты понимаешь этот Иуды совершенно уникальный подвиг в этом романе. Но, честно говоря, здесь я отталкивался от того, о чем ты сказал, от Андреева, Иуда Искариот. Я первый раз, когда прочитал, я обалдел. У меня тоже были догмы в голове, что Иуда предатель, что он там предал. А вот Андреев мне развязал руки, грубо говоря, своей этой книгой. И когда я уже писал этот вот роман, спустя там 20 с чем-то лет после того, как я прочитал первый раз Иуда Искариот. То есть вот я уже был развязан. Мне не... Так вот, я думаю, этот роман, он кому-то тоже развяжет руки. Он снимет вот эти догматические ограничения. Да, кому-то это может не понравиться. Но я, правда, проверял. Я давал читать этот роман людям, которые верующие, в церковь ходят. Нет, это не было воспринято как какое-то кощунство. Может быть, это были близкие мне люди, то есть, ну, как бы ученики мои, но тем не менее, я сейчас очень спокоен. И вот если бы садиться и разговаривать, вот мы с тобой неожиданно стрим превратили в довольно-таки глубинный философский разговор. Но если садиться разговаривать, то я совершенно свободен в том, чтобы изложить свою теорию, ибо для меня Иисус и Мария, независимо от того, как было на самом деле, они для меня реальное явление, и эта реальность, она определяется тем, что я их описал живыми. И это уже не история, это может быть даже не фантазия, это может быть просто пересечение времяпространственных каких-то границ, которые писателю, в общем-то, ну, доступны, что ли, творчеству доступны. Ну, я вот так бы сказал. Олег, ты так развернул разговор в такую глубину, что... Я просто хочу сказать, что когда в 71-м году Тим и Райс написали «Иисус Христос – суперзвезда» на эту же тему, да, они тоже рассказали свою историю в роке. И отклик публики, масс на тот период времени, да, почти 50 лет назад было, тоже произошло. Вот я, например, очень бы хотел, чтобы роман «Мария и Иисус» выступил такой вот провокацией для нового понимания, или потому что именно в прочтении, то есть в очувствовании того, что человек почувствует, когда он прочитает этот роман, и должно просто как бы как учебник, это должно прочитать очень много людей, чтобы иметь возможность соотнести свое представление об этом с вашим представлением. Вы не крайняя точка в инстанции, вы просто высказали свою позицию. И, может быть, просто ваше эмоциональное состояние и роман в том виде, в котором он был написан, окажет на будущие поколения гораздо более эмоциональную воздействие и всплеск, который откликнется. Просто, может быть, еще не появились люди, которые, ну, готовы читать это на уровне энергетического понимания того, что вы пишете словами. Так что желаю вам перспективы и надеюсь, что, ну, этот роман, который уже вошел в историю, вы уже зафиксировали свое положение как планета Симонова во Вселенной, и вы можете гордиться тем, что вы это сделали.
Спасибо. Спасибо большое за теплые, хорошие слова. Но мы с тобой хорошо поговорили. Ты знаешь, эту тему можно и Спасибо продолжить. вам. Может быть, и как-нибудь мы с тобой об этом тоже поговорим, потому что эта тема очень важна Да, с сегодня. удовольствием. Нельзя С удовольствием. умертвлять Будду, нельзя умертвлять Иисуса, нельзя изоша делать какую-то догму, потому что все они существовали и проявлены для нашего с тобой принимания только для того, чтобы спровоцироваться на свою собственную историю, перспективы человечества. Я думаю, что вот это очень важная мысль, которую ты сказал, мы об этом еще сможем поговорить. Спасибо тебе громадное, привет Вам громадной счастливо, родине пока, счастливо. Краснодару, поклон, все Пока. счастливо, спасибо, до свидания. Ну вот. Это музыка, которую я слушаю с удовольствием, надеюсь, вам тоже она передает какое-то настроение, была специально записана для того, чтобы сделать такую аудиокнигу. Это записал удивительный совершенно человек. Вот безумно сложно характеризовать ее масштаб личности. Это Эстер, и это записывалось в Киеве, в той же студии, где мы писали вот этот вот роман, вот ту запись, которую я поставил. И вначале мы записали, студия располагалась где-то на 3 метра от поверхности, где-то в подвале, и тишина была изумительная. И мы записали все главы, и я улетел в Америку, а вот уже Эстер записывала, по моей просьбе, она записала импровизационные композиции. Это импровизация. Она профессиональная певица с консерваторским образованием, но, кроме того, она еще очень глубокий, интеллектуально интеллигентный человек, с громадным совершенно прозренческим опытом прозрения пространством и временем. И это упоительные совершенно времена, когда мне удавалось с ней общаться. Но вот это она писала без меня. И они записали много треков, но, как потом оказалось, большая часть треков почему-то взорвалась, уничтожилась. Я там не знаю до конца этой истории, но вот эти два трека, они вот есть. Они должны были войти в книгу, но сегодня они существуют отдельно. Удивительная совершенно импровизация, джазовая, народная, приполненная какой-то глубинной, счастливой тоски женщины о счастье. Счастье, которое, в общем-то, может оплодотворить все человечество. Баруха Тоданай, Ашемез Мермай, Аллахе Вамей, Маметан, Бен Шавепай, Бен So
Добрый день, родная. Я рад тебя приветствовать. Мы с тобой в прямом эфире. И я даю твою картинку, заставку. Это Наташа. Написано «Город Москва». Ну вот надо же, этот Симонов, вот он всегда что-то напутает. Подожди, я сейчас Ничего, исправлю. Ну это же человек, город... это самое главное. Да, но это же неправильно. Ты что, это же город Москва. Понимаешь, раньше это можно было, могло бы сойти. Но сейчас, когда Москва и Киев, они спорят. Так может быть это знак, что на самом деле этот спор не имеет смысла? Это так, но тем не менее я исправляю быстро. Но пока я исправляю, я хочу тебя спросить, тебя, сделавшая очень много для того, чтобы этот роман стал книгой и был издан, тебя, человека, который, ну, не мог не погружаться вообще в глубины этого, этих строк, ибо иначе нельзя оформить книгу. Особенно, когда ты проживала, ты читала точно, да, я посылал точно так же по главам тебе многие главы, и как бы этот роман, он проходил какие-то адаптации более глубинные, чем у простого читателя. Вот что ты вспомнить можешь о том времени, и вот что сегодня ты можешь сказать об этом романе? Оказывает ли он на тебя какое-то воздействие, помогает ли он тебе, не знаю, ну, импровизируй. Эстер вот импровизирует, и ты импровизируй. Давай. Книга удивительная, прежде всего, ну вот я бы хотела ракурс своего взгляда на эту книгу объяснить. Мне кажется, что эволюция человечества, она развивается, эта эволюция негромко. Это тихий и невидимый процесс. И прежде всего, эволюция происходит в сердце самого человека, вот каждого человека. Поэтому для меня книга «Марии Иисус» — это настоящая весть, которая направлена непосредственно в сердце человека. И кроме всего прочего, что очень важно, для меня эта книга восстанавливает некую космическую справедливость. Потому что есть энергетические субстанции, вот я называю Марию Иисуса и остальных, кто являются персонажами этой книги, энергетическими субстанциями, не историческими персонажами, не философскими какими-то либо другими. Это явления, которые уже сами по себе сформировались внутри нас. Мы живем в 21 веке, и Мария Иисус вот, — это некая энергия, которую человечество пропустило сквозь себя, и которая уже обрела какую-то самостоятельную жизнь, и она не может принадлежать ни религиям, ни каким-то догмам. И поэтому вот эта книга для меня является таким явлением, которое восстанавливает космическую справедливость в том смысле, что в ней есть голос женщины. Книга озвучивает пространство женщины. Она даже в каком-то смысле, как взгляд изнутри этой женщины, которая любит, которая любима, которая проживает свои испытания. И, конечно, вот для меня это удивительное откровение, которое фиксирует это пространство. Я, честно говоря, не встречала никогда и нигде такой откровенности, такой чистоты, такой вот запредельной прозрачности и глубины, с которой звучит этот голос женщины с большой буквы. Любящий, но не любящий, как вот принято в обществе, в социальном вот, смысле, для того, чтобы родить, для того, чтобы выйти замуж, просто обрести какие-то социальные права. Это голос женщины, которая сама является любовью. И поэтому фраза «Бог — это любовь» после прочтения этой книги, она становится понятной изнутри как бы. Ты ее проживаешь собой. Для тебя эта фраза становится, что ли, флагом, она становится камертоном, и поэтому эта книга является вестью. Ну и, конечно, если вспоминать, как эта книга создавалась, как она рождалась,
то я просто не могу не выразить огромную благодарность всем, кто был причастен к созданию, к дизайну книги, Ольге Симоновой, которая тоже опекала рождение этой книги и помогала найти форму, найти шрифты, найти вот какой-то такой удивительный баланс прозрачности, чтобы не помешать ни в коем случае этому удивительному океану слова. Вот. И всем остальным, кто был в это время и кто причастен к созданию этой книги. Это удивительное время, это удивительное пространство, которое все равно остается в сейчас. И вот сейчас, держа в руках эту книгу, я ее давно не брала вот в руки, потому что читала ее раз 10 и слушала аудио и так далее. Но спустя время, вот я сегодня взяла ее в руки, и я могу сказать, что мне кажется, книга удивительная, она красивая, она просто действительно ее приятно держать в руках. И мне кажется, что это действительно какое-то явление в нашей человеческой истории, потому что нельзя оценивать явление этой книги количеством проданных экземпляров. Эта книга — это количество откупоренных сердец, людей, которые поверили в то, что любовь — это и есть жизнь, это и есть ты, и которые осмелили на эту книгу, на самих себя. Мне кажется, что вот если так измерять, то действительно эта книга, это чудо. Поэтому огромное спасибо за возможность быть сопричастной рождению этой книги. Спасибо тебе за хорошие слова. Ты интересную очень мысль проявила. Ведь ты понимаешь, как интересно? Ведь действительно человек рождается и как бы адаптируется к социальной реальности через догмы. Это так, наверное, необходимо было эволюционно, что вот человеку не надо придумывать заново таблицу Менделеева, ему не надо заново придумывать, сколько будет 2 плюс 2. Я как бы примитивные примеры привожу, но понятно, куда я веду. То есть и многие догмы, которые не только мозги его развивали, но и духовность его поддерживали. Это как вот религии, как искусство, как культура. Вот мы пребываем очень часто вот в этих догмах, и до тех пор, пока мы не вскроем банку этих догм и не выпустим на волю эти удивительные смыслы, которые приходили к создателям на уровне прозрения. Это можно говорить о художниках, это можно говорить о композиторах, можно говорить о всех тех философах, мастерах, которые практически вот делились своим прозрением. Так вот, нельзя это прозрение, засунув в догму и написав «Будда», вторая банка «Иисус», третья банка там еще чего-то, «Оша» и все остальное уже ближе к современникам нашим. Нельзя этим прозреть заново. Ты на эту банку рано или поздно перестанешь обращать внимание, она не станет твоей сутью. Но если это не становится твоей сутью, как ты говоришь, не открывает космические смыслы, то в этом случае это бесполезно. И вот этот роман, мне понравилась твоя мысль, он действительно как бы восстановил справедливость. И в конце-то концов эта справедливость не относительно, был Иисус или не был Иисус. Значит, верить или не верить. Мария или не Мария, не в этом справедливость. Справедливость заключается в том, что здесь, в этом романе, преподнесена женщина, как ищущая свое высшее предназначение – быть, любить, жить. Переступившая через социальные преграды, переступившая через всякие негоразды, испытания, через которых она прошла, благословившая эти испытания и, в конце-то концов, вышедшей на дорогу вот удивительного служения своей любви. Она же служит не Иисусу, она служит себе. И в этом служении себе Иисус в каждой клеточке ее, в каждом в составе ее крови, в ее мыслях, она... Вот в чем фокус этого романа. Мне кажется, описать, это не задумывалось так. Роман вообще написан импровизационно, вот как Эстер поет, и ты никогда не скажешь, что это вот так вот просто она встала и спела.
Конечно, там сработана культура, ее мастерство, ее навыки, ее прозренческий путь. Там все это есть в ее музыке. Вот точно так же романы мной пишутся. Они не имеют схем. И вот так получилось, что теперь, анализируя задним числом, что написано, я понимаю, что это роман о женщине. А если он о женщине, только тогда можно говорить о любви. И если о женщине и любовь, то обязательно не хватает третьего ингредиента. Человека, который осмелится это сказать. И вот эта глава маленькая, смешнючая, она совершенно выпадающая из какой-то... Ну, как определить, это фантастика или это миф, или такой серьезный роман, в общем-то, о таких удивительных персонажей. Вдруг там, помнишь, Бога разбудили поздно ночью. И как можно было поделиться этим ошалением от этого глубины, этого смысла, который мы пытаемся освоить, и не получается. Мы не можем еще увидеть любовь вот в этих людях, которые на демонстрациях. Мы не можем еще увидеть любовь в убийствах. Мы не можем еще... А раз мы не увидели любовь, значит, мы не благословили любовь. То есть Бог – это любовь. Это уникальная формула, которая заложена в кодах человека. И освоение этого кода рано или поздно, в конце-то концов, перестроит мир. Потому что для того, чтобы он перестроился, для того, чтобы мы смогли увидеть ту идеальность, о которой сказал Иисус, важно очень самому научиться любить. Важно очень самому научиться быть любимой. И самое главное, надо самой женщине обрести право на удивительную ответственность быть женщиной. Вот роман удивительный тем, что он позволяет, и тот человек, который его прочитает, он восхитится, во-первых, вот этой вот удивительной преданностью, а во-вторых, мне кажется, он заразится желанием тоже пойти по этому пути и не предавать себя ни в социальном плане, ни в бытовом плане, ни в каком другом плане, поднимая себя до высоты прозрения собой женщины, которая стоит вне государств, вне партий, вне религий. И в этом плане, вот я очень тебя признателен за то, что ты сказала, что действительно это, этим романом восстанавливается какой-то космическая какая-то справедливость. Потому что действительно Иисус, до тех пор, пока Он не станет жить в твоем сердце, это бесполезное явление. До тех пор, пока Мария не возбудит в тебе, если ты мужчина, вот это какое-то удивительное, торжественное отношение к женщине. И если ты женщина, если оно в тебе не пробудит вот эту ответственность за осознание своей осознанной деятельности на планете, то человек невозможен. А так роман позволяет вот такую небольшую провокацию дать, и думаю, что он может еще послужить многим для вдохновения на развитие и на внедрение вот этих мыслей как бы в реальность. Как ты думаешь? Для меня эта книга – это пространство, это не просто текст. И когда ты в него входишь, в это пространство, то растворяется все, что вокруг тебя существовало до момента погружения в него. И ты остаешься один на один с каким-то удивительным внутренним светом тех людей, которые сейчас уже являются просто энергетическими явлениями, сущностями, но в книге это люди. И вот тут так удивительно совмещается, с одной стороны, вот эта человечность, доведенная до тактильности, до запаха, до вот какой-то сопричастности этому времени, этим отношениям. А с другой стороны, какая-то великолепная предназначенность своего подвига жизни. И, конечно, ты попадаешь в это пространство, и происходит какая-то внутренняя у тебя, как у читателя, метаморфоза, ты трансформируешься. И выходишь из книги другим человеком. Ну, конечно, потом замыливается спустя время это состояние, но оно, как Эверест, в тебе остается. И это состояние, оно очень вдохновительное. Оно, при том, что конец книги вроде бы трагичен, история все-таки, она очень грустная, тяжелая. Но остается такое чувство какой-то признательности,
и сопричастности вот всему, что в мире называется красотой. Хочется смотреть людям в глаза и отражаться в них какой-то тоже радостью и вдохновленностью. Поэтому спасибо за эту книгу, спасибо за эту искренность, которая позволяет окрылить и свой полет укрепить. Спасибо большое за твои такие хорошие слова, спасибо большое. Ну что, идем дальше. Спасибо тебе громадное, поклон Киеву. Спасибо. Родному тоже. Спасибо, да, всего самого-самого наилучшего. Спасибо тебе большое за участие в программе. Спасибо, до свидания. Большое, всего хорошего. До встречи. Счастливо. Алло? Да, подожди одну минуточку, у меня тут что-то, сегодня такое творится странное. Подожди одну минуту, я тебе перезвоню. Тебя, меня хорошо слышно? Алло? Меня хорошо слышно? Сейчас тебе перезвоню, подожди минуту. Да, слышно меня? Да. Ну что, я представляю тебя Оксаной, ты мой любимый редактор, с которым мы практически проходим все книги, которые Симоном пишутся. И я к тебе вот тоже с тем же вопросом, как к человеку, который имел отношение и к изданию вот этой реальной книги печатного экземпляра и к записям, где ты выступала как музыкальный редактор и очень помогала мне вот тоже коррекция во время записи аудиоматериала. Ну вот расскажи, что для тебя, Мария Иисус, и как ты считаешь... Я не хочу задавать вопрос конкретный, просто расскажи. Вот ты, Мария Иисус, Оксана, и дальше твой текст. Спасибо. Ну, потрясающий стрим.
И я позволю себе вот несколько слов сказать. Какая потрясающая палитра звучаний, откликов и сотрудников. И я хочу сказать им огромное спасибо в этом проживании этого пространства, потому что это люди, которые были рядом и открывали, то есть проживали, участвовали вместе с рождением, выплеском этого слова, этого пространства вот в реальность. А если говорить, собственно, о книге, о ее материализации, о том, как она рождалась. Я не могу... То есть вот сейчас уже прошло 10 лет с момента ее возникновения. И я пытаюсь вспомнить вот ту физическую реальность, в которой это происходило. И мне сложно ее увидеть, потому что она стерта, она как, ну вот, смыта, размыта. И я понимаю, что вот умирает все, кроме любви, потому что когда я слышу вновь вот аудио версию, которую ты выставляешь, которая уже 10 лет, остается только этот свет любви и свет слов, свет, который хлыщет из этого слова, из прозрения, из того, что уже перестало быть текстом. То есть это... Это та живая энергия, которая как и тогда, и сейчас остается абсолютно вечностной и неизменной. У меня даже возникает вопрос, а изменилось ли что-то для тебя за эти 10 лет? Потому что роман обозначен, жанр романа, как роман-притча о человеке. И мы прожили какие-то там вот эти свои 10 лет своих жизней, маленькую-маленькую, с космических, вселенских этих масштабов, менее мгновения. Но наша жизнь мгновением исчисляется. И вот этот роман, он как четыре, вот как говорят ученые, четыре клетки есть в организме человека, в физической его структуре, которые не стареют, которые не меняются, вот с которыми человек рожден и уходит, и живет с ними всю жизнь, над которыми как будто не властны, ну, физические процессы времени, в этом времени материи и пространства, земного, в котором мы живем. И у меня даже возникает вопрос, а изменилось ли что-то для тебя? Вот обозначая этот роман как роман-притчу о человеке, изменилось ли что-то для тебя в прозрении о человеке? Оно стало глубиннее, оно стало шире, оно стало загоризонтнее, оно стало другим. Да, оно обрело какое-то новое качество, понимаешь? То есть я понял твой вопрос. Она же вот этот... Понимаешь? Да, ну, я спрашиваю. Я понимаю твой вопрос, и спасибо тебе громадное за этот вопрос, потому что я бы себе его не смог задать. Вот интересно как, вот я себе бы такой вопрос сформулировать бы не мог, потому что у меня нет вопроса, изменилось ли что-то во мне. Но вот ты спросила, и я могу абсолютно четко сказать, что благодаря этому роману я обрел какую-то тонкость инструментария для того, чтобы дальше разбираться с этим непознаваемым процессом, который является жизнетворчеством человека на планете Земля. Вот этот роман дал мне этот инструментарий. Он меня утвердил в моих поисках женщины, ее предназначенности. Он меня утвердил в этом подвиге служения существованию. Он меня утвердил в главном конфликте нашего миропостроения, в конфликте между отношением к любви, то, о чем я говорил вот с Олегом, Поти Пилат и Иисусовская. Ведь после этого романа, именно после этого романа, который был написан после «Жрицы роз», который, романа, который
для меня тоже является феноменальным. И у меня появилось желание его начитать. Я это сделаю обязательно, мы с тобой об этом говорили. Я его постараюсь начитать, вот именно, может быть, не получится так идеально чисто, ибо я не могу найти шахту 3 метра, поэтому придется писать ее при каких-то, может быть, шумовых ограничениях реального Лос-Анджелеса, но, тем не менее, этот роман написан менее идеально, «Жрица Роуз», ибо она описывала женщину, в чем-то придуманную, в чем-то мной сформированную. В чем-то я в этом романе описал практически вот этот вот процесс поиска хвоста у щенка, который рождается и вдохновлен именно самим фактом поиска хвоста. Это в «Жрице Роуз». Я делился своим прозренческим первым открытием. И роман для меня очень дорог, потому что там впервые я тоже попытался определить роль женщины. Но она оказалась очень идеальной. Очень, ну, я бы сказал, даже, может быть, оторванная от реальности, хотя я хотел написать роман, вне национальности. Так вот, а Мария Иисус, он мог сложиться только после. Почему? Потому что Мария Иисус, я уже делился не знанием, а чувствованием. Вот ты понимаешь эту разницу, да? Не знанием, а чувствованием знания. И только это позволило мне потом сделать следующий шаг. И я думаю, что я был благословлен этим романом на то, чтобы я попал в Триполье и окончательно утвердился в реальности своих мифических, может быть, эзотерических, может быть, совершенно нереальных прозрениях. Но я в Триполье это увидел, я стоял на этих пространствах, я знал эту женщину. То есть, представляешь, как получилось, я шел в своих прозренческих откровениях относительно роли женщины от сегодняшнего дня к истории Иисуса и туда 7000 лет. То есть сегодняшний день, значит, 2000 лет назад и 7000 лет назад от сегодняшнего дня. Ты представляешь, мне показалось, и я сегодня могу это как-то сказать, я охватил весь период эволюционного развития человечества, ты понимаешь? И этот роман, он дал мне возможность вот этой вот определения, этой палитры чувствования, ибо палитра знания – это одно, палитра придумывания – это другое, палитра там, я не знаю, еще какие-то мифы – это третье, а палитра чувствования, как вот Наташа хорошо сказала, вот этот запах, этот аромат, вот этой реальности этой Марии, реальности этого Иисуса, они мои книги не придуманные, они реальные. Ну вот я бы мог сказать, вот. А сегодня, на сегодня, я, ты знаешь, это я уже много раз говорил, но это звучит, наверное, смешно. Я потрясаюсь этим романом. У меня слезы на глазах. Я вот, к сожалению, сорвалась сегодняшний стрим немного. Я хотел вначале читать главу, но я в конце прочитаю роман. Главу, где она встречается с медведем, с медведицей. Вот эта упоительная глава, которая, ну... Но это шедевр, ты понимаешь? И негоже писателю хвалить свой роман. Но, если честно говоря, то сегодня я этот роман больше понимаю. Я понимаю, о чем я написал. Подожди, парень, а когда ты писал, ты что, не знал, о чем ты пишешь? Нет, не знал. То есть это похоже, наверное, я всегда восхищался вот Софией. Этот вот наверху образ Богоматери. Ты представляешь, художник, который его рисовал, он находился на расстоянии там, ну, какого-то, ну, каких-то, может, полметра. А ему уже было этот масштаб, чтобы я снизу смотрел и видел цельность этой картины. Вот точно так же писатель, вероятно. Вероятно, точно так же композитор. Ты пишешь, пребывая в этой точке, но тебе очень сложно связать всю композицию. Счастливые режиссеры кино. Они снимают, артисты даже не знают, что там у них получилось, а потом он садится за монтажный стол и делает произведение. И большей частью оно и получается кино монтажом. Тем более при современных средствах. Так вот, я думаю, что если отвечать уже конкретно на твой вопрос, то этот роман сегодня меня потрясает, и он мне помогает уже находясь не на уровне моего, ну, как бы клавиатурного, грубо говоря, восприятия,
не на уровне даже книжного, а на уровне моего состава крови. Этот роман изменил мой состав крови, позволил мне в дальнейшем пойти дальше по пути прозрения. Именно поэтому потом родились и «Взорванное небо», и «Рожденный любить», и «Купол». «Купол». Ну, «Купол» — это вообще апофеоз. Да. Они менее... Вот это все то, что я сказал, они менее прозренческие, что ли. Ибо я уже писал, знаю, чего хочу написать. А вот когда я писал роман «Мария Иисус», я не знал, чего хочу написать. Я просто хотел написать. Я ответил на твой вопрос? Да, я тебя услышала. Ты знаешь, я вот хочу сказать о книге как о явлении, не именно вообще о текстуальности. Помнишь, мы много говорили о том, что вот текстуальность, она как-то вот выходит из нашей культуры, что ли, и меняется темпоритм жизни. Но сейчас я понимаю, что книга сама по себе, как явление, она не насильственна, она включает ингредиент читателя, то есть его сердце, соучастие сердца читателя, оно включается в процесс, ну, дороги, которую ему выбрасывает автор. И она всегда способна, то есть она предоставляет возможности, потенциал человеку раскрываться, прорастать своими смыслами вот через, благодаря провокации, которая совершается вот благодаря этим текстам. И, конечно, эта книга колоссальная провокация, но и даже я чувствую в себе эти социальные наводки, ответки, да, на эту провокацию снаружи. Но я четко разделяю социальную наведенность этих возможных возражений, которые могут звучать ортодоксально, выброшенные навстречу из социальности, из мужского ума. И те первоисточниковые энергии, вложенные автором, понимая, принимая и понимая, соучаствуя в процессе рождения книги и зная вот те как бы зарубки, задачки или те этапы, через которые ты проходил, когда рождался роман, потому что он рождался на наших глазах, и некоторые из нас, они были свидетелями рождения этих глав, которые попадали к нам, которые ты нам зачитывал буквально из-под пера, по горячим следам. То есть... которые были вот из этого вулкана, как лава, извергнуты, и мы были первыми, кто, ну, мог это слышать и в твоем чтении живом, и через тексты. Поэтому ты знаешь, это действительно интересно было вот... процесс, потому что, ну вот, говорят же, что нельзя полработы показывать там людям, которые случайно. Ну, во-первых, я показывал это не случайным людям, но мне, вероятно, нужно было очищаться. Я четко руководствуюсь при написании романа там, правилом 5 страниц в день. 5 страниц в день. Ты не встаешь со стула, пока ты не напишешь 5 страниц. Так я пишу свои романы. И вот написав очередную часть, у меня почему-то была страшная жажда прочитать это. И для того, чтобы очиститься на следующий день, чтобы можно было опять заново погружаться в эти пространства. Это так удивительно. И я помню эти процессы чтения. И помню реакцию сумасшедшую на эту главу Понтия Пилате, внезапно возникшую вот у меня в течение. Роман шел, идет, потом шарах. Глава чисто историческая Понтия Пилата, где я точно так же по-другому изложил вот эти вот конфликтности. Определив конфликтность между Иисусом и Понтием Пилатом, тут уже как бы художественная моя, сработала моя интуиция, потому что я считаю, что по-другому конфликт этот был придуман, он высосан из пальца. Вот так получилось. Ты
знаешь, для меня является мерилом. Вот тут это удивительное состояние прозрачности и стояние на носочках, на цыпочках перед вообще предметом, явлением, которое озвучивается, которое транслируется и которое проводится. Искренность, тотальность и прозрачность по отсутствию, то есть вот та субстанция, которая пропускает энергии, автор, редактор, дизайнер, отклик, читатель. Вот это удивительное чудо прозрачности, созвучания на этот текст, оно возникает. Ну и вот это... А почему? Потому что вот первоисточник в своей чистоте, он открыт, распахнут и транслируется. Вот это чудесная книга. Это чудо трансляции энергий первоисточниковых из сердца в сердце. И когда она не может не попадать, она достигает к тому, кто готов, кто, скажи мне, Оксана, в ком эта жажда ответная есть. Да, я это принял. Скажи мне, пожалуйста, а вот ты смогла послушать, да, какие-то главы из вот этой ауди, которую я поставил, ауди-варианта? Сегодня вот. Конечно. Скажи, пожалуйста, вот а какая разница воздействия? Да. Вот ты хорошо сказала о книге, воздействие книги, когда она ненасильственно притягивает человека и заставляет его погружаться в какие-то собственные мысли. А вот это ауди, вот по восприятию, это нечто между книгой и кинофильмом, или это все-таки где-то в другое измерение восприятие? Вот как в этом случае получается? Ведь тоже же образы создаются, когда слышится голос. Ты знаешь, вот подача через голос, я когда вот освежала, потому что оно уже много раз слышано и прочитано, огромное количество раз пропущено, и каждый раз это заново, это каждый раз свежо. И я открываю, то есть для меня открытие, что оттуда льется молодость, но молодость не как там социально-временное определение, а юность, свежесть. Вот это первозданность, первичность сердца человеческого. И оно через голос очень транслируется. И опять же, этот голос, вот знаешь, это как дырка от бублика. Это удивительное чувство, когда есть физический голос, а человека, автора, он прозрачен, он не мешает воспринимать. И не просто не мешает воспринимать, а вот распахивает это окно, и ты там вот исчезаешь в тех пространствах и чувствуешь собственные энергии, потому что уже не о словах речь, и не словами это работает. Это же удивительная природа твоих текстов. Мы видим физическое слово, а работа происходит на совершенно других планах, не физических. И воздействие мощнейшее, и происходит какая-то хирургическая работа, трансформационная, с сознанием, с энергиями. Тогда человек действительно обновляется, и он после твоих текстов не может выходить прежним, он происходит трансформация, и она имеет накопительный эффект, и количество все равно переходит в качество. Спасибо, родная. И даже говори. Даже вот главы вот письма Марии, да, и я сегодня пыталась их ословить, это сравнение для себя, и слово Иисуса, вот разность этих энергий, она разная, спрашиваю я себя. Вот есть женщина и мужчина, да, мужское начало и женское, но ведь притча Романа о человеке, да. Притча, сущность, воплощенная в двух телах, над вами алеет общее сердце. И я понимаю, что разность их только в форме.
а по абсолюту содержание в них одно. В Марии женщина содержит, мужчина знает, естественно, он по форме, он форму это слово высекает и транслирует в иной форме. А она содержание это струит, наслаивает, ароматизирует им. Это просто разность формы. А по абсолюту это же одно, источник един, и разности нет. То есть любовь, она стирает вот эту грань, растворяет между мужским, то есть в любви они едины, там, где рождается человек. И поэтому различие вот этого слова «писем Марии» и слова «учителя», оно формально. Это только вот для меня, то есть я сегодня это как бы поняла для себя, что разность между мужским и женского начала, вот здесь, на физическом плане, это разница только в форме, она формальна, а сущностно они одно. И истоковость их, она вот едина где-то там, вот это. Это хорошо, это очень здорово. Это очень хорошо ты сказала, и это действительно так. И это действительно роман притча не об Иисусе, не о Марии, а о человеке. Ты так начитывал. Да. Ну так оно уже определено в жанре. Да, это притча о человеке. О человеке, да. Человек начинается после гармонии мужского и женского начала. Да, это... И они как две ипостаси единого. И ты, начитывая вот письма и слово уже Иисуса, там вот из бесед Иисуса с учениками во второй части романа, как разительно отличаются они по форме, и как разительно они отличались в твоем чтении. И заметь, не актерском, а авторском, но как ты авторски деликатно транслировал разность формы этих энергий. Она реализовалась в форме разность, а разности между ними меньше, чем единство. Помнишь, как в одном из писем о красоте вначале была энергия, до энергии была другая форма энергии. Это я запомнила на всю жизнь. До энергии была другая форма энергии. Ну что, родная, спасибо тебе громадное за твой отклик, за твое участие в этой программе. Удивительная программа, она, ты видишь, как она тяжело очень давалась вначале. У меня полетели все настройки, такого никогда не было. Ну, видно, вот энергия такая мощная. Ну вот настроилась, сейчас нормально. Ты знаешь, для меня это есть где-то там в космосе какая-то звезда, которая была свидетелем происходящих событий 2000 лет назад. И вот сейчас этот свет достиг Земли. Понимаешь, эти энергии, они фонят. Вот, то есть это чувство единости, и когда нет прошлого, настоящего и будущего, все происходит в сейчасный момент. И эти вибрации этих 2000 лет назад, они входят в нашу реальность, нам кажется, что это разрушение, а они целостностью в этой идеальности участвуют, то есть они делают картину целостной, и поэтому это идеально. Как и прошлый стрим, который, казалось бы, вот он расклеивался, там разрушался, а на самом деле соединялось. Реальность, ты знаешь, мечтой. Ты знаешь, возможно, можно даже так сформулировать вообще роль культуры в жизни человека. В способности вот съединять, склеивать разное и выдавать на гора продукт, который для человечества может служить как маяком красоты, гармонии и всего остального. Ну, этим качеством не любое произведение сегодняшней культуры служит, но тем не менее глобальное. Если определять роль культуры в жизни человека, то, вероятно, она вот и является таким вот соединительным каким-то процессом, который потом позволяет вдохновляться, наслаждаться и прозревать собой человеком. Ибо это и есть главная задача эволюции. Прозревать собой человеком. Синтезировать миры. Да, абсолютно. Спасибо тебе громадное. Всего тебе самое наилучшее. Поклон Москве. Тебе спасибо. Поклон Москве. Да.
Пусть там у вас За все будет. упоительное звучание, сотрудничество и этого явления стрима, в котором есть возможность звучать людям, близким, слушателям, читателям. Очень радостно слышать всех и чувствовать. Спасибо тебе большое. Спасибо, всего хорошего. Это была Оксана из Москвы. Счастливо, всего хорошего. Практически главный редактор вообще всех изданий, которые мы на сегодняшний день имеем. И продолжаем иметь. Счастливо, всего хорошего. До свидания. Ну вот, родные, любимые, как говорил один мой знакомый, друзья мои. Вот такая у нас планида. Нам продолжает помогать Эстер вот своими импровизациями, которые были, я еще раз напомню, они были написаны специально, они были записаны ею в импровизационной джазовой манере, именно специально для вот этой аудиокниги, которую я вот ставил последнюю неделю. Не получилось у нас все сделать до конца, как мы запланировали, но тем не менее, вот треки есть, вы их слышите. И сегодня необыкновенный стрим. Получилось, видите, как с техническими мощнейшими провалами. Но я хочу закончить этот стрим то, с чего я хотел начать. Я хотел настроить всех моих собеседников, прочитав одну из глав романа, которая мне очень дорога, и я ее очень люблю, она очень трогательная. Это роман, это когда Мария Иисус и Иуда втроем идут навстречу с своей перспективой. Они приходят в пещеру, где состоялась первая встреча Иисуса и Иуды. Это нужно читать роман, я пересказывать не буду. Но когда они туда пошли вот втроем, ибо Господь позвал на собеседование Иисуса и сказал, что он должен привести с собой еще других людей. И вот в один момент Мария туда шла еще больше женщины, которая любит, которая предана, которая готова служить. Но один эпизод перевернул, вывел ее в совершенно новое состояние. И это заметил даже Иисус после этой встречи, о которой сейчас расскажу. Иисус вдруг увидел, что Мария изменилась. Мария отошла от пещеры, от костра, где там были Мария и Иисус, и пошла немножко пройтись по лесу, который окружал это место. Вдруг ей прямо под ноги выкатился маленький медвежонок. «Ой, какой же ты смешной, какой забавный!» – не скрывала восхищения от нежданной встречи Мария. Она попыталась взять на руки этот пушистый восторг жизни, но не тут-то было. Чудо оказалось неподъемным, и ей оставалось только откликаться на игривую инициативу маленького дикого животного. Они весело барахтались, и Мария несколько раз чуть ли не потеряла равновесие от не по-детски сильных тычков в грудь носом маленького ребенка, маленького зверя. Еще смеясь, продолжая играться с малышом, Мария вдруг почувствовала на себе чей-то тяжелый взгляд. Она оглянулась. На расстоянии 5 шагов раскачивалась из стороны в сторону огромная медведица. Дыхание доносило до Марии неприкрытую настороженность, готовую перерасти в реальную угрозу. Медвежонок с веселым визгом бросился навстречу матери, приглашая и ее разделить с ними радость сопритекания. Медведица легким касанием мощной лапы отбросила его в сторону, всем телом отгородив от человека.
Мария не знала необходимого для спасения жизни поведения. Самое странное, что и мысли об опасности не было. Любопытство – да, восторг продолжения чудес – несомненно, но страха она не чувствовала. Медведица, не принимая компромиссов в случаях, когда речь шла о ее природной ответственности за продолжение рода, удивительно легко для своих размеров поднялась на задние лапы и угрожающе зарычала, махая свободными. В маленьких хищных глазках настороженность переросла в агрессию. Широко открытая пасть оскалилась до громадных клыков. Лапы с кривыми длинными когтями мелькали перед растерянной Марией. «А почему ты сердишься?» Вдруг неожиданно для самой себя услышала она свой голос. «Ты же видишь, мы просто играли. И твой сыночек или доченька, твой детеныш, просто чудо, какой восхитительный. Я люблю. Разве ты не чувствуешь, что моя любовь беспредельна? Что и тебе есть место в моем сердце? Я тебя люблю. Почему же ты рычишь?» Если бы сейчас молния ударила прямо в тропинку, на которой они встретились, медведицу, вероятно, это не так бы поразило, как ошеломило слово человека. Она на минуту онемела, нелепо и смешно застыв на задних лапах, вытянув вперед передние. Мария искренне рассмеялась. «Видишь, у меня руки пусты. И как я могу причинить тебе или медвежонку твоему вред, если я люблю, и сердце мое излучает свет любви? Посмотри, ты тоже знаешь его, свет любви, потому что все живое объединено любовью, и пока дышим, мы с тобой едины любовью. Слышишь, вот мои руки, здесь сердце, у меня ничего нет, кроме любви, а любовь не несет опасности, можно я пойду дальше? Мне важно вернуться, пока любимый не проснулся. Я люблю, и моя любовь – это единственное, чем он владеет зримо. Ты не можешь мне помешать, потому что и сама знаешь, что это как – любить. Обрати внимание, ты своего ребеночка напугала, а мы с ним так весело игрались». Не спуская глаз с Марии, медведица чуть попятилась, опустилась на лапы, на мгновение замерла, словно последний раз проверяя своей звериной интуицией степень опасности, потом, нервно облизнувшись и подталкивая медвежонка носом, припрыжку стала подниматься в гору. Малыш помчался впереди нее. Мария неподвижно провожала зверей взглядом, улыбаясь и проникаясь чудом встречи, перед тем, как окончательно исчезнуть за огромным валуном на склоне. Медведица оглянулась, взглянула на Марию и, зарычав, точно попрощавшись, скрылась в вышине подъема. Когда Мария вернулась, спокойная и загадочная, встревоженные Иисус и Иуда стали расспрашивать, куда это она пропала. «Мы кричали, но ты не отзывалась. А что со мной могло случиться здесь под покровительством Бога и неба?» Кокетливо удивилась Мария. «Да, но...» Иисус взглядывался в ее глаза, но она не спешила, как обычно, отводить глаза. Иисус и Иуда переглянулись. Мария извинилась и зашла в пещеру, стараясь не показывать ликования от обретенной свободы. «Господи, спасибо за волю Твою, за урок Твой. Только теперь понимаю, что любовь начинается со свободы любить, свободы, которую обретаешь сам, независимо ни от кого. Прости, но независимо от Тебя, Господи, сила любви, освобожденная от земных привязанностей, преобразует мир, открывает безмерность Тебя, Господи, ибо именем Твоим и благословением Твоим к Тебе, Тобою, по Тебе, Адонай и Стар, Аллилуйя, Аум». Мария впервые произносила молитву самостоятельно, без помощи учителя. Ей открылась собственная техника рождения слова, опробованная утром во время встречи с диким животным. Она понимала, что это дар Господа как аванс, как вознаграждение. А поскольку не знала за собой никаких особых заслуг, то спокойно и уверенно приняла поддержку Господа в ее праве любить. Любить, любить, любить. Спасибо, Господи, за знак, за возможность. Ты даешь силу, вдохновительную силу слова. Знаю теперь путь свой и знаю, что смогу. Спасибо, Господь. Спасибо за великодушие Твое, за терпимость Твою. Помоги любимому моему. Последние слова были новыми для самой Марии, но произнеся их, она тут же удивилась, потому что ей удалось утвердить свою сокровенную мечту. При этом она заметила, что, как и в первый раз, вскрытым сердцем проявилась иная глубина соединенности с миром, с Богом. Слова молитвы мостиком соединили сердце Марии с какими-то другими громадным сердцем, синхронизируя биение
и учащая ритм. Для одного утра прозрений, пожалуй, было многовато, но Мария с легким благодарным чувством поклонилась Господу. «Спасибо, Отец мой Небесный, не сердись, но если я люблю, значит, Отец любимого моего и мой Отец, прими безмерность любви моей. Спасибо». Ben shave pae, ben alameir, sotet miam, sole famim, спасибо всем вам, кто принял участие в этом стриме. Спасибо Оля из Москвы, спасибо Олег, спасибо Наташа, спасибо Оксана, спасибо за вашу искренность, за ваше откровение, спасибо за ваше участие в этой программе, какой-то удивительной программе. Я рад, что у нас получился такой искренний разговор. И стрим сам по себе, этот стрим, обретает какую-то ценность, вес и глубину. Может быть, и этот стрим кому-то поможет. По крайней мере, мы все с вами постарались искренне рассказать о своем впечатлении от этой книги «Мария Иисус». И спасибо, что у нас сложился такой повод. От автора вместо заключения. Я восходил по поцелуям, проваливался, когда не смог, касаться трепетно танцуя эпох. Когда не принимал и плакал, вместо того, чтобы петь, слова добывая шлака, светить, гореть. Сегодня в тишине растворения, сейчасность мой камертон, на стыке исчезновения времен. Спасибо, мои родные, любимые, всего хорошего. До свидания, до встреч, до следующих встреч в книгах, стримах, программах. До следующих встреч в нашей удивительной жизни. На этой восхитительной планете. Земля называется. Всего хорошего, успехов, с новым счастьем, с новой любовью, с новой перспективой. Она всегда новая. Независимо от того, как мы иногда это оцениваем. Спасибо. Всего хорошего. Elochet matan, edocher amen mabocher, chayafot alalam etirem, mo bet meyoafim, mamen lo afvamei, Allah.
Hashem es mermai, Allah evamei, mametan, ben shavepae, ben alameir, so Miam solefamim zehiravai novame olame olame lo. Sele ane havan meda, ole bet mi, ole ma ofman, lochet matan, docher amen ma boche. Ya futal la meten mo bet me yo afim ma me lo afra me lo haves ma ole ya me za me Re yamaitan, he yautun, barukam, barukatodanai, Hashem es mermai. Ben alameir, sot et miam, sole famim, zehir avai. Re yamaitan.
Hashem es mermae, olohevame, mametan, ben shavepae, ben Soho